6 марта, воскресенье, пройдут выборы в государственный парламент Эстонии, Риги Кого. Те, кто изъявил желание проголосовать досрочно, сделали это на минувшей неделе. Предварительное голосование проходит с 28 февраля по 2 марта. Два дня предварительных выборов показало, что участие граждан относительно неактивное, прошли только 216 человек. Они имеют с собой все документы, и мы проверяем, комиссия наша проверяет личный код человека согласно документа, и также соответствие фотографии и личности, которые приходят на избирательный участок. 6 марта проходит тот же, это значит в спорткомплексе Калев, основной день выборов, и проходят выборы в Риге Кого. Ждем всех голосовать. Имейте при себе документ, удостоверяющий личность. Голосовать на этих выборах на Риге Кого могут только граждане Эстонской Республики. При необходимости возьмите с собой очки. На избирательном участке выставлены списки кандидирующих в избирательном округе номер 7 и общие государственные списки кандидатов в депутаты Риги Кого. Спасибо вам. Закончилась большая подготовка к осуществлению реновации внутренних помещений Дворца спорта Калев. Минувший вторник представители городского управления, дирекция Дворца спорта и специалисты строительной фирмы провели первое рабочее совещание, на котором были оговорены сроки и методы реализации реновации помещений Дворца спорта. После вступления Эстонии в Европейский Союз открылись возможности получения финансирования из структурных фондов Евросоюза для инвестиций в объекты социальной сферы города. И, наверное, многие жители Силамяя знают уже, что по первой программе поддержки инвестиций в объекты местных самоуправлений у нас уже при поддержке фондов Евросоюза реконструируется Центр культуры. Это так называемая программа КОИТ-1. И когда второй этап государства, назвав это программой КОИТ-2, объявило прием ходатайств, мы решили воспользоваться этим и представить свой спортивный комплекс «Калев» для поддержки этих инвестиций. В течение 2010 года нами был выполнен строительный проект, проведены все конкурсные процедуры с целью найти строительного подрядчика, с целью найти тот, кто будет осуществлять надзор собственника. И когда мы эти конкурсы провели и получили окончательные цифры бюджета проекта, мы представили в ЕАЭС свое полное ходатайство. И в конце года 2010 наше ходатайство было удовлетворено. Город получил финансовую поддержку на реконструкцию Центра культуры. Если мы будем говорить об общей стоимости проекта, я буду называть, наверное, кроны, еще всем это привычней. Общая стоимость проекта реконструкции – это 13 552 тысячи крон, из которых город будет софинансировать свою долю, и эта доля уже отражена в бюджете, который недавно был утвержден в размере 5 миллионов крон. И поддержка со стороны фонда ЕАЭС – это 8 510 тысяч крон. То есть вот такие, скажем, очень серьезные цифры. Поэтому, значит, наши все дальнейшие действия, которые мы уже сейчас будем выстраивать в процедурном порядке, в взаимодействии со строителями, в взаимодействии с надзором собственника, будут направлены на то, чтобы как можно полно эти средства освоить, чтобы не растягивать эту реконструкцию на длительный период, постараться уложиться к концу этого года. Хотя у нас по решению ЕАЭС окончание строительных работ – это первый квартал следующего года, но и строитель, и мы не хотим так далеко забираться, и поэтому все наши теперь задачи, цели направлены на то, чтобы постараться к окончанию летнего периода, то есть к началу отопительного сезона,
всю эту реконструкцию осуществить. Значит, что у нас под реконструкцию попадает? Это полностью в цокольном этаже будут реконструированы раздевалки для спортсменов, будут построены новые раздевалки для судей. Помещение там, где сейчас находится шахматный клуб, попадает под эту реконструкцию. Фуайе, то есть это вход, центральный вход в спорткомплекс. И самое главное, это два зала, большой и малый зал, которые получат полностью новый внутренний облик. То есть мы меняем и трибуны, и полы, и систему вентиляции, усовершенствуем. Стены будут обшиты специальной фанерой, которая гасит удары, и акустику в залах будет делать более приятную, назовем так. Также будут установлены новые ворота для баскетбольной щиты, для игры в волейбол. Будут табло современные в обоих залах. И, как я сказал, полы будут уже современные, спортивные, которые, специальный такой пирог, который также позволит и безопасно, и удобно всем спортсменам в этих залах заниматься. Вот такие грандиозные задачи перед нами стоят. Мы надеемся, что фирма «Вант», это нарвская фирма, которая, в общем-то, имеет большой опыт работы в нашем регионе. И даже могу сказать, что вот окончание реконструкции нашего бассейна, это также фирма «Вант» выполняла. Мы надеемся, что эта фирма достойно справится с поставленными задачами. Городское управление, отдел развития ежегодно проводит различные мероприятия с участием и для предпринимателей, на которые приглашаются ведущие специалисты в области экономики, банковского дела. В этом году день предпринимательства планируется провести 17 марта в школе Астангу. И это мероприятие у нас традиционное. Ежегодно мы весной это проводим. И имеет это несколько целей. Во-первых, собирать все предприниматели города, обмениваться мнениями с ними, получить от них информацию, что для них важно, что они от города ожидают, информировать их о планах города. Каждый раз выступает на этом мероприятии и мэр города. Я считаю, что в этом году можно тоже от нее ждать очень интересную информацию, какая у нас динамика трудозанятости, какие большие проекты и инвестиции планирует город и какие новые предприятия ожидаются в городе. И, конечно, постараемся дать информацию и о возможности поддержки для предпринимателей и такую общую информацию, что вообще, какая ситуация экономики и какие прогнозы. В этом году у нас опять выступает представитель эстонского банка Наталья Вильман. И также ждем хорошие лекторы, кто дают практическую информацию, какие сейчас возможности получить поддержку у предпринимателей и какие практические изменения в связи с евро и в связи с некоторыми изменениями в законах. И, конечно, будет у нас выступление от Зеленоградского порта, какие развития у них там ожидаются и что могут от этого ждать другие предприятия в городе. Так что надеюсь, что будет опять интересный день для предпринимателей. И приглашаем всех участвовать 17 марта в школе Астангу.
и Давировский уезд является важнейшим центром для экономики Эстонии. Здесь сосредоточены две электростанции, Прибалтийская и Эстонская, карьеры и шахты по добыче сланца, химические предприятия в Кохтла-Ярве и Силаме. К тому же в Силаме быстро развивается порт, посредством которого осуществляется перевалка нефтепродуктов и других грузов. На территории порта планируется запустить различные производства. Одним из таких быстро развивающихся производств в Идавирума является завод по производству сланцевого масла «Нарва Велитехас», расположенного вблизи эстонской ГРЭС. Завод выпускает продукцию с начала 80-х. С 2007 года производство масла ежегодно увеличивается. Планируется постройка 4 очередей таких заводов, что доведет к 2016 году к выпуску 1 миллиона тонн сланцевого масла в год. Завод – это новая технология, новые рабочие места и новое измененное влияние на природу животных и людей. Уважаемые горожане, сегодня у нас трудный разговор. Мы побывали на развивающемся предприятии получения сланцевого масла, которое развивается рядом с эстонской электростанцией в Айварской волости, деревне Ауэре. Почему мы озабочены этим вопросом? Вот мы сейчас попытаемся разобраться. Дело в том, что в 30-е годы, вы знаете, что Силамя из курортного поселка постепенно стало превращаться в промышленный поселок. И здесь был эстонско организован шведский консорциум по получению из сланца, керосинов и других видов топлива. И с того времени постепенно промышленность расширялась. И сейчас, когда мы заявляем, что у нас, так сказать, полукурортный город, нам говорят, что у вас, так сказать, город уже имеет порт. При составлении программы стратегической оценки влияния, детальной планировки развития масляного завода забыли о том, что есть довольно густонаселенные районы. Это Силамяй город, Нарва-Ессу, где зона в летний период достигает увеличения численности в 5-7 раз проживающих в Нарва-Ессу. Однако в программе стратегической оценки влияния на окружающую среду написано, что вблизи развивающегося комплекса, занимающего площадь 390 гектар, никаких крупных населенных пунктов нет. И поэтому мы, да и Нарва недалеко. Здесь вот, допустим, от развивающегося комплекса до Силамяя по прямой даже трубы наши видны с установки 13 километров. И как раз, когда факел опускается, высота выброса 85 метров, труба выброса с установки существующей Энефит 140, их две установки работают здесь. Это бывшая в советское время построенная установка УТТ-1000, еще пущенного в эксплуатацию в 1979 году. И сейчас планируется, каким образом увеличивать. Уже принято решение, строится установка нового поколения Энефит 280. Которая в час использует 280 тонн сланца. И по своей производительности значительно выше по сравнению со старой установкой. За год она дает 290 тысяч тонн сланцевого масла. Детальной планировкой на эти площади 390 гектар планируется построить еще две установки Энефит 280 и довести общее производство сланцевого масла до 1 миллиона тонн в год. И не только. Построить энергетические установки и построить маслоперегонный завод с получением дизельного топлива и других видов топлива. Сейчас, к сожалению, не позволяет сланцевое масло, которое здесь производится,
и которая в ЭКГ Кохлы-Ярвы производится, не позволяет его сразу использовать для производства топлива ввиду большого содержания серы. Поэтому предстоит заниматься и водородом, и кислородом, и серой. Вот эти вот вещи в перспективе. 2012 год пускается NFIT-280, который сейчас строится. Еще один завод к тому, который существует. И планируется до 2015-16 года еще пустить два завода. До общей производительности сланцевого масла 1 000 000 тонн в год. Это очень солидно. Дело в том, что мы сейчас уже имеем Нарва-ЕСУ, Силомяя, загрязненность, порозе ветров, особенно в летний период, да и в зимний период. Нас накрывают выбросы только вот одного предприятия. Там есть электрофильтры, то есть, которые реновированы, отсутствует постоянный мониторинг. Никто нам не представил количество выбросов, толком неизвестно. Сколько фактически выбрасывается в атмосферу различных составляющих. Мелкой и крупной дисперсной пыли, летучей органики, ароматических углеводородов, сернистых соединений. Мы, к сожалению, этих данных не услышали. Правда, сейчас только разбирается программа стратегической оценки. Но вопрос о том, что фактическое загрязнение воздуха и Нарва-ЕСУ, и Силомяя даже не ставится в программу, чтобы определить фактические состояние загрязнения от этого объекта. Поэтому мы очень озабочены, мы активно посетили предприятие, очень озабочены этим вопросом и хотели бы предупредить наши общественные организации в городе, чтобы не отворачивались от этих вопросов. Вот, мы еще спортом со своим до конца не разобрались, а здесь нам такой подарок в перспективе. И поэтому просим тех, кто озабочен этим вопросом, подключиться к нам и более активно участвовать в этих вопросах. Дело в том, что если взять в ЭКГ Кохлы-Ярвы, то там сейчас имеется постоянный мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, не только выбросов. И передается это в систему государственного мониторинга. Здесь вопрос, а мониторинг, допустим, постоянном Силомяе или в регионе Нарва-ЕСУ в государственном мониторинге даже не ставится. Дело в том, что Эстиэнергия или Тёстус акционерное общество – это 100% государственное предприятие. То есть государственный капитал здесь 100%. И поэтому даже название само говорит за себя – что загрязнение атмосферного воздуха должно, наверное, обеспечить наше государство. И поэтому вот на стадии программы мы дали от городского управления, от нашего общества центрального управления в Таллине, дали замечания по этим вопросам. Вот. И участвует здесь Финляндия в разработке стратегической оценки влияния на окружающую среду. Вот. И мы будем и далее, так сказать, этот вопрос не выпускать из вида. Просим присоединяться к нам и активнее работать над этим вопросом. Праздник День независимости эстонского государства отмечают не только взрослые, но и дети. Как же дошколенку детского сада Пяктеке объяснить значимость и суть данного мероприятия? А все довольно просто. У каждого из нас есть свой знаменательный день. Это день нашего рождения. День независимости – это день рождения Эстонии. В своих передачах мы часто знакомили, как дети группы погружения детского сада Пяктеке знакомятся с культурными и народными традициями Эстонии. Но ведь в этом детском саду есть и группы, где обучение ведется на русском языке, а эстонский изучают, начиная с 3-летнего возраста. Дети этих групп также через игры, танцы, песни знакомятся с государственными и народными праздниками, с традициями эстонского народа. Сегодня в детском саду Пяйцеки мы отмечали День независимости Эстонии в нетрадиционной для нас форме – форме брейн-ринга.
Команды представляли дети детского сада Пяйксики и дети детского сада Яниусики, которые пришли к нам в гости. Каждый год мы стараемся расширить круг общения между детьми нашего детского сада с другими детьми, детьми других учреждений. В результате таких мероприятий дошкольники делятся своими знаниями, приобретают новый опыт, опыт общения со своими сверстниками и с другими взрослыми. Задания были различной степени сложности. Дети показывали знания о символике Эстонии, культурных традициях эстонского народа, а также знания о своем родном городе. На брейн-ринге были у нас и музыкальные паузы, где дети пели, танцевали, активно участвовали в играх. Здесь каждый мог проявить себя, блеснуть своими знаниями и умениями, проявить смекалку и находчивость. Несмотря на то, что это игра, где присутствует дух соперничества, соревновательный азарт между командами, обстановка у нас была дружественная и очень теплая. По окончании игры все участники команд получили призы, а также вместе провели чаепитие. Наблюдая за игрой, видно, что все участники активно отвечали на вопросы, которые были увлекательными и серьезными. Зрители активно болели за свои команды и всячески их поддерживали. Инициаторами проведения брейн-ринга были педагоги детского сада Пяйксики Тамара Зикулькова и Наталья Чернышова. Активную помощь в подготовке оказывали педагоги детского сада Яниусики Валерия Иванова и Людмила Ристова. Итоги брейн-ринга подвело компетентное жюри – заучи Татьяна Токанова и Надежда Васильева. Подобного рода мероприятия сближают детей разных учреждений друг с другом. Данное мероприятие обязательно найдет отражение в газете детского сада «Пяксики». Да-да, вы не ослышались, дорогие телезрители. В этом учебном году в декабре месяце вышел ее первый номер. Идея создания газеты принадлежит попечительскому совету детского учреждения. Своя садиковая газета – это же здорово. В ней освещаются не только новости детского сада. Через газету можно разрешать назревшие вопросы, выслушать друг друга. Газета дает возможность услышать точки зрения каждого. В конце концов, это новый взгляд на мир. Несмотря на не совсем празднично-строительную погоду, завезенный на пустырь снег руками взрослых и детей обрел узнаваемые черты. Дракон, крепость, городок. Я рада, что все наши школы и ПТУ, и реабилитационный центр вы пришли сегодня с командами, несмотря на такую не самую хорошую погоду. Но они радуются, костер есть у нас, горячий чай, булочки, подарки. Хорошее настроение. Погода нас сегодня немножко подвел. Привет, Фома! О, привет, Ерёма! Ты что это делаешь? Тренируйся. Зачем? Ты что, ничего не знаешь? Нет. На носу что? На носу? А чё, на моём? Бородавка? Да нет, у нас на носу что? Масленица! Вот и тренируюсь, хочу народ удивить! Ух ты! Ага! Скоро? Да говорю же, на носу! Да нет, когда? 5 марта в 2 часа дня! А где? По новому адресу. Чкалова, 25. Да там же школа! Была! А теперь Центр культуры! Надо запомнить. 5 марта в 2 часа дня. Чкалова, 25. Что там? Как что? Традиционные масленичные гуляния. Ледяной столб. Состязание силачей. Перетягивание каната. Семейные развлечения. Выпекание блинов. Костер! Да, всего я не перечислил! И призы будут! Да конечно же будут! Ну все! Убедил! Сам приду и друзей приведу! Запомнили?
5 марта в 2 часа дня по адресу Чкалова, 25. Ага. И вы приходите. Вы. И ты тоже приходи. Да. Да смотрите, не простите. Приглашаем всех гостей к нам на праздник поскорей. Дорогие силамяйцы, 8 марта в 18 часов мы ждем вас на концерт «Тайна русского романса». У нас в гостях будут Юлия Ленцман, Мария Кондратьева, Ян Кап, студенты музыкальной академии. Концерт состоится в школе Астангуколь. Вход бесплатный. Ждем вас! Редко в наш город приезжают такие гости, мастера боевых искусств из Кореи. В этот вечер в Большом зале это было на что посмотреть. И не на киноэкране, а воочию убедиться в сложности исполняемых приемов. Да и мужеству спортсменов можно удивиться. Иногда бесконтактное исполнение приемов переходило в полный контакт. И зрители слышали лязг зубов и жалели спортсменов. И зря. Судя по ничего не выражающим лицам, это им нравилось, что придавало шоу натуральность. 8-й международный традиционный турнир памяти известного боксера и тренера Юрия Кудряшова, проводимый клубом Evail Athletics, прошел в минувшие выходные. На соревнования были заявлены 80 боксеров и Илгавы, Латвия, Ехви, Кивили, Кохтлаярви, Марду, Нарвы, Силаме и Таллина. Выступления силамейских боксеров были неравнозначными как по содержанию боев, так и по результатам. В классе «Б» представитель Evail Athletics Артем Рассказов уступил со счетом 1-2 сопернику из Таллина. Одноклубник Рассказова Евгений Калинюк тоже уступил таллинцу, но уже ввиду явного преимущества соперника. Наш земляк Артем Тощев, который сейчас выступает за нарвский клуб «Энергия», не только занял первое место, но и получил кубок как лучший боксер в классе «Б». Порадовал Сергей Банов. Сергей боксировал с представителем нарвского клуба «Энергия» Виктором Афанасьевым. По мнению ряда тренеров, наш спортсмен выглядел предпочтительнее, поэтому столь неожиданным стал вердикт судей 2-1 в пользу нарвитянина. У взрослых класс С Родион Ипполитов из клуба Evail Athletics в свойственной ему технической манере победил ввиду явного преимущества своего земляка из клуба Силбоксинг Элора Мельдре. Ипполитов признан лучшим боксером турнира в классе С. Турнир памяти Юрия Кудряшова прошел на хорошем уровне и собрал большое количество болельщиков. Помогли в проведении соревнований и награждении победители. Правком разреза Нарва, фирмы Evail Oil, Ол Сифор Альмеда, Александра Ресит, а также Сергей Бутусов, Вячеслав Наумов, Сергей Тульский, Михаил Гуданов, Сергей Гущин, Виктор Иванов, Александр Ершов. Особо хотел бы поблагодарить Сергея Саламатова, который секундировал нашим боксерам. Требуются на работу в Ивангород мужчины и женщины до 40 лет, граждане России и лица без гражданства. Опыт работы не обязателен. Заработная плата от 13 тысяч рублей. Проезд к месту работы и обратно, полный социальный пакет, питание, временная регистрация. Информация по телефонам 39 26 098 58 056 205.